А я устаю всем, с вами Стеймус Бро. Сегодня мы будем смотреть батл с площадки Кубок МЦ Моргенштерн против Оксимирона. Эпик рэп батл. И если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. Ох, как я долго этого ждал, давайте заценим. Интересно будет посмотреть. Так, ну Моргенштерн это балбиск, а Оксимирон, ну сами узнаете, я не знаю, может быть вы просто не видели спойлер, я так подхватил немного спойлер. Оксимирон из Лондона, пару слов перед этим знаменательным батлом. Да я его разъебу просто. Так, понятно, короче. Ну вы поняли уже, да, кто это? Это Сотников. Кто? Историческая хуйня будет. Кто все-таки убил Марка? На самом деле, Марк бессмертный, и сегодня я вам это покажу. На нашем флаге белый снег и синяя река. Что это за река? Это полная хуйня, я был неадекватен, когда это говорил. Я отрекаюсь от этой строчки. Я даже не знаю, что добавить. Мы получили гигантскую сенсацию. Сейчас понесем ее в интернет. Удачи тебе, старик. Славику пару слов. Нашему брату. Слава Мерлоу, респект. Не, другому. Других не знаю, Славиков. У меня какой вопрос? Я встретил тебя рядом с гример... Казалось бы, должен быть Моргенштерн. Черный, которая по-настоящему сегодня стала гримерной, я бы сказал, макияжной. Батл-рэп — невероятно мускулинная штука. Мы вчера видели, как очень серьезные дела делались. Я даже плохо спал. Мне снилось, что Николай Лида стал транссексуалом, и он был довольно хорош. Вопрос, как объяснить суровому батл-рэперу, что ему сегодня нужен макияж? Ну, он готов ко всему, это же необычный батл, мы не гримируем всех, хотя была практика, помню, на Fidelio Punch Club, там настолько хорошо подходили, что гримировали Сеймура, всех ребят, чтобы они выглядели красиво. Мы до такого уровня еще не доросли, мы естественность сохраняем, но вот в батле, где нам нужен грим, изменение личности человека, этого не избежать. Пацаны на все готовы, особенно играя таких одиозных людей, как Моргенштерн, им могут и ноготочки накрасить, я думаю, и они будут не против. В чем поинт вообще звездных батлов вот подобных, как бы? Ну, мне кажется, это такая хорошая форма в привычной нам любимой манере батл-рэпа послушать то, что мы могли бы услышать из их уст, но, к сожалению, не услышим. Все-таки панчи там будут, рифмы будут, рэп будет. То есть все, что мы любим, ну, такое немного фан-сервис, фан-контент для фанатов батлов, фанатов этих рэперов. Вот. Какие-то проблемы с Apple? Плевать. Суров. Так, интересная реклама. Вы, ребята из Тюмени, разобрали подс. А CG известных блогеров. Самые недавние. Apple. Секрет успеха прямой цены Apple iPhone. Помогает в отсутствии в время. Часа. Влага за... Рекламы. Промокод на... Спасибо, Москва, как слышно? Так, ну, это будет интересно посмотреть. Они будут читать на сцене. Да. Короче, блин, не знаю. Интервьюшка недушная, в принципе. Быстро так поговорили. Почему-то не было... Оксимирона, ой, то есть Моргенштерна, то этого балбиска вначале, ну окей. Интересно, вот как тут по звуку? Перед началом батла хочу сказать большое спасибо нашим друзьям. Это компания СОК, которая поддерживает нас на этом ивенте. СОК — это премиальные жижи и девайсы для парения. Подписывайтесь на их канал, и там проходят супер розыгрыши, и скоро мы разыграем билет на следующий Кубок МЦ. Дайте шуму для наших друзей! Также большое спасибо нашим друзьям из Delight Studio. Они нам предоставляют съемочное оборудование. Ищите Delight в своем городе. Все ссылочки будут в описании. Дайте им тоже шума. Блин, давайте, начинайте уже. Ну что, друзья, по-настоящему эпический батл. Я хочу, чтобы MC справа от меня представился. Это 008 по памятную дату мы вас раз носим, словно цирки сахарную вату. Без меня русский рэп загнется, как усы Дали. Я женюсь на твоей маме, чтоб тебе... Вот это называется, знаю тексты, Оксимирон. Понял. МС напротив, представь. Не очень было похоже, но... Впервые на батлах.
Средний пальцы вверх. Моргенштерн. Я хочу представить нашего диджея. Это диджей Монети. Дайте ей шума, пожалуйста. Друзья, по результатам жеребьевки, этот эпический батл начинает Оксимирон. Встречаем его! Так, ну давайте посмотрим. Действительно, интересно будет посмотреть. Говорили, что вроде как прикольно. Короче, смотрим. Первый раунд. Скоро. Снова батл? И снова с фанатом? Что разочаровался во мне? Чем не нравлюсь тебе, ебанату? Ведь меня обожают тут все. Смотри. Для них я лакомый кусочек. Они вожделеют все, словно я аленький цветочек. А ты будешь лизть грязь? Ну и чё? Лучше выпей стакан мочи. Я сейчас держу тебя за плечо, лишь чтоб не начать на себя дрочить. Хочешь козырнуть фактами? Это неблагодарный труд. Ты еще не попросил папочку, а папочка уже тут. Разявил свой рот. У меня аргумент, чтобы я не услышал тут больше ни звука. Я ебашу хип-хоп уже больше 25 лет. Это дольше на свете, чем ты живешь, сука! Какой ты жалкий, Моргенштерн. Зовешь себя артистом, но все хуйня, что батлы, что стримы, что песни. Я запретил когда-то батлить обалбиску, но... Но даже он бы тут смотрелся поуместней. И я послушал твой дис. Честно, зацепила лишь одна строчка. Про кровать с педиками. Настала пора расставлять точки. Было много слухов, слез и ебаных соплей. Ну просто в ту ночь, сука, мои папы перепутали свою спальню с моей. Это просто невнимательность. Я не осуждаю стариков. Ты не уважаешь ни одного деда. Я хотел отменить войну. Ты отменить День Победы. Real talk. Алишерка, ты тупой. Если не знал вдруг, то знай. Pull up in the tank, и я еду в бой. Началась война, ты съебался в Дубай. У тебя, видимо, ДЦП и ОКР. Раз перепутал ОАЭ и ДНР. Любовь к армейцам и войне твоя так быстро померла. Ты за армейцев лишь в игре, ты, сука, мистер Вагнер, лав. Да, твой образ чистый пшик для имбецилов и девочек. Моргенштерн — это фейк, как суицид Марцинкевича. Так что съебывай щеголик по здорову, по добру. Когда я стоял на коленях, ты на коленях ползал по ковру. Когда я кончил универ, получил корочку диплом, ты с друзьями покупал в ларьке, сука, 3 корочки с дымком. Так что ты мне не интересен. Ты ж безобиден, безопасен. Но мой директ затрахал. Теперь ты есть в моем рэпасе, но не на Донбассе. Ты прям как рэпер-птаха. И Алишер создал свое СМИ. Знаете, как он его назвал? Не Моргенштерн. Я видел, читал. Бро, нет, это надо жену. Назвал СМИ в честь того, кто трахает твою жену? Прикольно, молодец. Хорошо.
хоть кто-то. Думал, не будет грязи, а? Сука, что с ебалом? Я тебя вынесу, браток, я тебе не Дилара. Okay. Неприятные строчки, словно укол века. Ты больше не женщина года, ты куколд века. Раньше трахал все фанатье маленьких школьниц, да ты зажрался плевой, а мог быть нормальным пидором и не влюбляться в девок. У каждого есть свои слухи, и каждый по-своему их подает. Но я ушел из Booking машин лишь потому, что Локи Мин долбоеб. Это... это правда, это ебаная правда. Прикольно, прикольно. Блин, прикольная строчка была, прям хорошая. Красавчик. Так в чем разница между нами, Шизик? Знаешь или нет? Просто я делаю рэп изи. Ты воруешь изи рэп. Real talk. Факты. Украл формат у Лиды, но Лида гений, ты тоже гений, но так говоришь только ты. В моем рэпе так много тебя, долбоеб, ты, да в нем больше тебя, чем в твоем. И ты пиздишь мои идеи, хоть раз в глаза взгляни правде. Кадиллак, Мерин, Ламба, да у тебя в треках, блядь, одни марки. И я... И я залупился из-за Киры. Не смей называть ее имя. Ты как никто должен знать, каково это переживать о героине. И, возможно, кто-то заметил, что сегодня в моих раундах есть панчи. Нормально так кончится. Кто-то скажет, ну нихуя себе струя. Ты же автор той самой душной дрочки на себя. Да. Просто я такой пиздатый и охуенный, что придумал панчи. Раунд. Слушайте, мне раунд очень понравился. Панчульки про ДНР, про Дилару, про ползаешь по ковру. Блядь, да еще куча панчей. Охуенно просто. Вот, блядь, очень охуенно подготовился Сотников. Единственное, как-то вот, ну, он как бы косит, да, там что-то поинтенционно старается как Окси делать, но у него все равно как-то не очень получается. Но по панчам он накидал охуенно. Вот прям хорошо. Блин. Про Донбасс еще. Короче, вот честно скажу, очень понравился Сотников. Он пиздато сделал. Давайте посмотрим, что сделал Моргенштерн, а.к.а. Абалбиск. Йоу-йоу, вот видно, хорошо. Сразу вышли настоящие профессионалы. Оксимирон, спасибо. Дайте шума, первый раунд, Окси! Молодец. Отвечает ему впервые на батлах, на кубке. Моргенштерн, Москва! Раз, раз. Я ебал весь твой аул. Во время войны я съебал в Дубай, ты съебал в Стамбул. Хороший раунд, отец. Схуя ли я не рукопожатный? Окей. Пиздобол. Слышь, чепуха. Спасибо за детство. Но сейчас ты уже не то. Ты скрасил его не мне, но еще некоторым детишкам. Примерный семьянин для малолетних детин. Кретин, в глаза гляди.
Небось, устраивал романтик под вагнеровские сонаты. Власовец, теперь тебя ждет романтик под вагнеровские кувалды. Педофил хуже зоофила. Месье Миро снимает шляпу. Слышь, я твой фанат, ты мой отец. Сделаешь мне фан-арт? Наконец. Пиздос. Пиздос тебе, обоссанный, весь в лужах наркоша. Как ты пал низко, иди, цыган, обдолбись. Насколько ты стал жалок и не нужен, пойми, тебя при жизни сыграл обалбись. Которому ты приказал не батли. Это ж просто ха-ха. Это лещ похлещ шикана. Это кринж на уровне, если птаху, нет, Бодрова сыграл бы птаха. Ты понял, о чем я? Черт, бля. Ты для них легенда? Да ну! Чё-то я не видел, чтоб у тебя купил фит. Ару! Питерский интеллигент отрастил себе волосы, чтоб было чем оправдывать дома фен. Я приятен, как штопор в тело. Как бы мы ни разнились, нас объединяет одна фраза. Слава, что ты сделал? Тебя изнасиловал в попу, меня подкинул в топы. Лан-лан, уебан, погоди. Ты такой умный и все знаешь. Окей, скажи, откуда у меня в клипе номера «Пососи»? Хули ты открываешь, пидор, рот? Мои новые близкие недалекие, твои старые близкие шок. По первый раз на батлах, а нацрас вас страхать, а какой ж ты дед, ты баба, бля, если я ебу, то у-ля-ля, у-ля-ля. Раскидываю пачки денег, отказывают почки, венки. Но я все еще очень свежий, а ты уже очень старый. Старый как пес, воняешь как гуф, только подойдешь, я тебя ебану. Избегай меня, бля, словно войну. Лучше, чем ты уже. Ты как будто Ваенга. Я тебя видал на хую. Волосатое чучело, носатое милучело. Тебя жизнь ничему не научила. Я выгляжу как сучка. Ты выглядишь скучно. Я богатый как сучка. Сучка и шлюшка. Добрый, но злючка. Ты мне нахуй не сдался, как клюшка. А я каждому важен и нужен, как кружка. Мне нравится. Лучше сам бы вышел. А то это слабый путь, слабый мув. Окей! Давай тест на Оксимирона. Т
Фу, фальшивка! У настоящего сейчас встал бы хуй! Пиздел про Дилару? Мы с ней расстались давно. Но она мне близкий человек, что ты базаришь, говно! Я ж про твоих бэби-буряток молчу. Про друзей, чьих жен твой пенис видывал. Ты для всех, Мирон Янович, хочу, кончу. Окей, я тебе сегодня ее выдавлю. Раунд. Блин, вообще что-то не зашел. Абалбиск пытался в шоу, Абалбиск что-то где-то там, ответки у него были неплохие, а в целом раунд вообще не понравился. Он пытался сделать, да, там что-то как-то похожим на Моргенштерна, да, там по тексту, еще там что-то, да, но мне вообще не понравилось, короче. Может, вкусовщина, может вам зашло, мне что-то вообще никак, мимо, к сожалению. Да я даже каких-то панчлайнов не могу выделить. Давайте смотреть. Йоу, Москва, как вам первый раунд от Моргенштерна? Окей, прикольно. Ну что, встречаем впервые. Кубок исполняет мечты. Оксимирон на битах. Дайте шума. Рэперы стареют, понимаю, мужик. Все мы постарели, и на очереди ты. Год назад я сидел на скамейке, с грустью понимал, как же на меня похож Моргенштерн, Алишерка. Я тоже дисами бросался в стариков, не видя дальше носа, будто зырил в старый телескоп. Потом братишка сам отпал, нахуй лейблы монополисты. Я себе собственное основал, и монета зазвенела. Я стадион как вувузела. Я популярней даже, чем Мазелов. И так каждый божий день. Больше денег, больше тел, мои постели даже больше, чем хотел. Это немыслимый успех, турю как Васко да Гама. Сегодня Чехия, Бразилия, завтра Гватемала. Заливаю себе в горло, пью Форта Кадиллак, пока уёба кичится за новый Кадиллак. Ты рэпер, не въебаться, я желаю твоим тачкам не въебаться. А можешь провести хоть сутки, чтобы ни разу не объебаться. Продолжишь, к 40 ты можешь не ебаться. Послушай мой совет, ведь я это ты через 5 лет. Ведь я проживал каждый твой момент, и если поднять можно бабло и репутацию с колен, то вот хуй уже нет. Да, я скучаю всей душой по Диме Шоку, но не больше, чем по дню, когда мог выебать девчонку. Про когнитивный диссонанс, мозгу как яд, пишу дис на тебя, но все равно про себя. Мне нужен врач, лучше не мне, а нам. Быков, Романенко, Лобанов, Купитман. Я знаю, это все необратимо, но все же у крокодила есть доза. Тон ли Волга ли течет, а ты ебаный торчок. Я даю тебе 3 года, и ты тоже старичок. Жду тебя в свободной ингре, открою тебе дверцу. Приходи на годовщину нашей импотенции. Приходи ко мне на годовщину нашей импотенции. Приходи ко мне на годовщину нашей импотенции. Все вместе. Приходи ко мне на годовщину нашей импотенции. Приходи ко мне на годовщину нашей импотенции. Раунд. Слушайте, ну что-то слабенько. Тут он как Сотников просто зачитал, да, но по панчлайнам что-то ни хрена не могу выделить. Зачитал вроде норм, не пиздато, нормально. Как бы не слетел, нигде ни релодов не было, ничего. Ну, короче, не знаю. Вот по мне так, у Сотникова раунд первый охуенный. Вот второй раунд под биты мне вообще не зашел. Давайте посмотрим, что сделал Моргенштерн. Морген, 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 Морген. Все кричат Морген, Морген, Морген. Йоу, Москва, еще раз, как вам первый раунд, Оксимирон? Релоуд. Можно сразу релоуд? Да, встречаем! Второй раунд, Моргенштерн! Трещит по швам империя. Ты попал на Кения. Я стояк столетия. Ты говно в пакетиках. Трещит по швам империя. Ты попал на Кения.
Я стоек столетия, ты говно в пакетиках. Какашка, лепешка, говняшка, мирошка. Какашка, лепешка, говняшка, мирошка. Нахуй мне не нужно ваше мнение, меня ждут как будто день рождения. Я птичечка свободного падения, сука, я пример для возбуждения. А то ж тут, трожь тут, то ж труд, то ж труд. Больше хуй в рожь плюй, хоть сплю, ночь не сплю, то ж сплю. Х ты, но я тебя люблю, дед. Где твоя эрекция? Эх, как там пенсия? Ты ж меня, бля, бесишь, бля. Бесишь, как бесишь, гад. Эй, какашка, лепешка, говняшка, мирошка. Какашка, лепешка, говняшка, мирошка. Трещит по швам империя, ты попал на гения. Я попал на гения, я не слышу бит. Ну и похуй ваш на мое пение. Мое пение, пение. Ты на пенисе, ты на пенисе, пенисе. Какашка, лепешка, говняшка, мирошка. Говняшка, мирошка, говняшка, мирошка. Молодой Пушкин. Раунд. Не, давай релоуд. Друзья, как вам второй? Короче, в этом батле победил Оксимирон, а.к.а. Сотников. У него первый раунд охуенный, по панчам было пиздато. У Моргенштерна, а.к.а. Абалбиска, вообще не понравился первый раунд, кроме ответок. Ответки были прикольные. И второй раунд Оксимирона... Не знаю, слабенько достаточно было. Зачитал вроде норм, попизже, чем Моргенштерн, Абалбиск, но все равно как-то. Ну, второй раунд, наверное, забирает Сотников. В этом батле победил Сотников, по-любому, как бы. Я думаю, сейчас, не знаю, как судья дадут, интересно будет. Батл нормальный, в принципе, посмотреть, как, по крайней мере, было... Ну, он не душный. Я смотрел Epic Rap Battle Оксимирон против Шока, и там что-то, короче, было прям вообще не очень. Вообще мне не зашло никак. А тут поприкольнее намного, конечно. Сотников красавчик. Давайте заценим. Раунд от Моргенштерна! Этот легендарный батл тоже судится, и первым я хочу сюда пригласить Александр Фломастер. Встречаем его! Фломастер, окей. Так, если честно, я ждал третий раунд от замечательных иноагентов. Спасибо большое, ребята. Это было сильно. Здесь на самом деле было что посчитать. Вы знаете, я считать люблю. Здесь было что посчитать, потому что первый раунд, когда начал Оксимирон из Лондона, естественно, и выдал 19 строк очень сильных и ярких, и особенно про СМИ. Да. На что ответил ему Моргенштерн, не в свойственной для своей манере, с очень ярким текстом. Вот. Плюс он ударил очень сильно про нерукопожатного и про славу, который что-то сделал. Да, поэтому это было очень круто. Ну вот про нерукопожатного, кстати, неплохо было у Абалбиска, но в основном... Оксимирон у нас показал хороший, ровный вайб. Он показал у нас замечательное количество панчей, видимо, научился, респект. Вот. Но вайб, общий вайб первого раунда, все, что происходило с точки зрения игры, полностью забрал Моргенштерн первый раунд. Что касается второго раунда. Второй раунд у нас оба немного недоиграли. Оксимирону недостаточно было харизмы, как-то он расслабился после первого раунда, и на харизме он отыграл где-то 3 из 5. Вот. Моргенштерн отыграл на 2 из 5, плюс технические неточности. Очень сильная строчка про годовщину от Оксимирона. Молодец, прям респект. Поэтому второй раунд забирает Оксимирон, и победу забирает также Оксимирон из Лондона. Да. 1-0 Оксимирон, так. Второй судья, наш большой друг, стример, Папа Бачука. Бачука, респект. Во-первых, спасибо хочу сказать гримерам. Спасибо вам тоже, любименькие. Гримерам большое спасибо, очень круто постарались. Ну и ребята тоже в образы хорошо вжились. Кто-то очень хорошо вжился. По первому раунду могу сказать, что невероятное количество панчлайнов было у Оксимирона. Просто каждая вторая, каждая четвертая строчка — разъебный панч. Согласен. Мне кажется, первый раунд плотностью панчлайнов и качеством он забрал. Второй раунд BPM. Но в целом приблизительно такая же картина, но это не значит, что Моргенштерн был плох. По-моему, трек про какашку недооценен, на самом деле, был в зале. Однако мне больше зашел сегодня Оксимирон из... Откуда он там? Где он сейчас? Голос Окси. 2-0 Оксимирон, третий голос. У нас сегодня в гостях наш большой друг Букер Де Фред. Дайте шума ему! Все так. Вы знаете про мои непростые отношения с Оксимироном?
И на этот баттл я шел предвзятым, потому что я знал, что против него вышел серьезный соперник, автор песни «Пососи». Не понимаю, о каких образах и каком гриме говорил предыдущий судья, по-моему, все критически серьезно. И я был невероятно впечатлен Барсом и Оксимироном. Это действительно какой-то новый уровень. Это действительно переплюнуло и «Убить Марка», и альбом «Горгород 2», который еще только пишется. Невероятно высоко. Невероятно. Я просто хочу, чтобы вы дали шума для этого человека. Он это заслужил. Поэтому на правах себя я официально принимаю Оксимирона в антихайп. Прямо сейчас. Прямо сейчас. И отдаю ему победу как своему. Спасибо. twitch.tv/BookerFedia, телеграм-канал «Философия Букера». Йо, Москва, я хочу услышать ваше мнение. Начинал Оксимирон! А отвечал ему Моргенштерн? Еще раз, Окси! Так, ну короче, победил Оксимирон, а.к.а. Сотников. Батл хороший. Посмотреть один раз 100% стоит. Мне понравилось. Ну, Моргенштерн местами сделал неплохо, да. Были про рукопожатия, да, там рукопожатные. Еще там парочка моментов было неплохих, но Оксимирона плотность панчлайнов... просто разгибало, короче. По звуку охуенно, все заебись, мне нравится. Классно сделали. Хорошо, молодцы, Кубок МЦ, респект. А с вами был Stamos Bro. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. До встречи, пока.